Главное событие в области психологии и психотерапии 2017 года. Семинар Артура Фримена «Инструменты когнитивно-поведенческой терапии в клинической практике». Москва, 3-4 июня 2017. Вы хотите овладеть основными навыками когнитивно-поведенческого терапевта? Правильно строить диагностическое интервью? Понять методологию наиболее популярного во всем мире направления психотерапии? Стоимость участия при оплате до 30 апреля 2017 – 17 тысяч рублей. В мае – 20 тысяч. Оплатить можно на сайте ассоциации различными способами в разделе «Магазин». В конце семинара выдается именной сертификат Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии –